Бывший первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Тиран Хачатрян подал очередной иск в административный суд против министра обороны генштаба в связи с освобождением от должности. Информация об иске размещена на портале судебной информации. Дата.Лексам пишет «Спутник Армения». Генерал требует от суда признать недействительным приказ министра 26 февраля, согласно которому Хачатрян был оставлен в кадровом резерве. Экс-заместитель главы генштаба также требует признать недействительным приказ от 19 марта, по которому министр отозвал Хачатряна из отпуска и поручил исполняющему обязанности главы генштаба Степану Галстяну исключить генерала из списка личного состава. Еще одним требованием иска является восстановление Хачатряна в должности и выдача соответствующего жалования. Решение об увольнении Хачатряна президент Армении Армен Саркисян принял 24 февраля по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. В СМИ сообщалось, что причиной увольнения стала реакция генерал-лейтенанта на заявление Пашиняна о том, что ракета «Искандер» во время боевых действий взорвалась на 10%. Ранее управляющий партнер юридической компании TKN Partners Варужан Аветикян, представляющий интересы Хачатряна, заявил, что указ об освобождении заместителя начальника генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности был подписан президентом с нарушением Конституции и закона в Армении. И непонятно, по какому принципу министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян отправил Хачатряна в кадровый резерв, отметил он. 17 марта защита Хачатряна представила иск в административный суд. Ответчиками по иску выступают оборонное ведомство и президент Армении Армен Саркисян.